Привет! Это видеообзор нового интерфейса Картина ТВ, часть первая. Досмотри до конца и узнай, насколько легко и удобно им пользоваться. Заходим на главную страницу. У нас приставка «Картина Ева». На главной странице мы сразу видим рекомендации, выбор редакции Картина ТВ. Здесь собраны самые последние новинки сериалов, кино, в общем, все то, что я хочу посмотреть, и мне это не нужно искать. Это максимально удобно. Отдельно стоит отметить возможность продолжить просмотр. Это очень удобно, вам не нужно запоминать, на какой серии вы уснули, или, продолжая просмотр, вспоминать, на какой минуте все происходило. У меня в этом случае сериал «Ресторан по понятиям». Нажимаем на «Продолжить просмотр» и, собственно говоря, с того момента, где мы остановились, продолжаем и смотрим дальше, смотреть любимый сериал. Для любителей новостей раздел «Последние новости». Опять же, не нужно искать, серфить по каналам. Вот, пожалуйста, РБК, матч, премьер, новости футбола, Евроньюз. В общем, все, что хотите, вплоть до новостей шоу-бизнеса на телеканале «Жара». Это удобно. Приятная особенность – раздел «Мои любимые телеканалы». Так, приставку мы только подключили. У нас в этой коллекции всего два канала – ТНТ, HD и «Мужское кино», потому что до съемок мы именно их и смотрели. Это удобно. Вам не нужно из всего огромного списка каналов, а их больше 200, искать тот, который вы чаще всего смотрите. И эту коллекцию будет пополнять умный алгоритм, который будет высчитывать время, которое вы тратите на просмотр канала. Если вы смотрите его часто, соответственно, он попадает в раздел «Мои любимые телеканалы». И таким образом вы собираете свою коллекцию. Вот так вот. Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда на поиск программы, фильма или сериала ты тратишь больше времени, чем, собственно, потом смотришь тот контент, который ты нашел. Для решения этой проблемы раздел «Самое популярное». Здесь собрано все то, что смотрят зрители сервиса «Картина ТВ», и это лучшее на сегодняшний день. Собственно, тоже алгоритм подстраивается исключительно под вас и ваши интересы. В целом, рекомендации в новом интерфейсе «Картина ТВ» достаточно сильно упрощают жизнь и делают просмотр телевизора еще более интересным. Допустим, вы в коллекции, в подборках можете найти рекомендации от видеосервисов, от премьера, от старта, либо, допустим, зайти в коллекцию кино на вечер и выбрать что-то интересное, что вам по душе. Киноистории о личностях и событиях, даже есть такая коллекция в библиотеке, документальное кино. Но и кроме того, что вы можете смотреть на ТВ-каналах и видеотеках, к примеру, допустим, интересная подборка YouTube Top, если вы любитель посерфить в интернете и посмотреть контент, который выкладывается исключительно на этой площадке, даже это может новый интерфейс видеосервиса «Картина ТВ». И самое классное, что главная страница нового интерфейса «Картина ТВ» динамична и подстраивается под каждого зрителя. То есть, если вы любите смотреть, к примеру, чаще всего комедии и каналы, связанные с развлечением, то, соответственно, главная страница будет вам рекомендовать именно такой контент. Если вы любите новости, музыку, то есть исключительно исходя из ваших вкусов, главная страница вам будет подбрасывать рекомендации. Это очень круто, это очень удобно, вам не нужно искать очень долго то, что вы хотите посмотреть. Вы просто включаете приставку, например, «Картина Ева», как у нас в этом случае, заходите на главную страницу и, собственно, там выбираете все, что угодно. Это может быть фильмы, это могут быть сериалы, это могут быть телеканалы и даже YouTube-каналы. Собственно, здорово. Отдельно стоит отметить, что подборки на главной странице нового интерфейса «Картина ТВ» синхронизируются с другими устройствами, на котором вы можете продолжить просмотр, например, телефон. Все здесь, на главной странице нового интерфейса «Картина ТВ», чтобы вы всегда могли найти то, что интересно именно вам.